Друзья, всем привет! Хочу вам рассказать казус, который у меня случился. Я посадила пекинскую капусту. Вот. Но когда она растет, это прекрасно. И она у меня выросла слишком большая. То есть я ее перерастила. Я обрадовалась. И она стала уже горькая внутри. Но выбрасывать жалко. Думаю, надо с нее что-то придумать сделать. Оказывается, вот эти листики, которые большие и уже темно-зеленые, они даже стали горьковатые. Сочная, вот это сочный кусочек листика я отрезаю, а из этого тонкого листика сделала вчера голубцы. Очень вкусные получились голубцы, оригинальные, не такие, как с капусты. Вот эту серединку оставляю на салат. Вот эту серединку, которая сочная, она сочная, хорошая и не горьковатая. Эти листики, которые уже стали более темно-зелеными такими, вот они приобретают горьковатый вкус. И в салате не очень приятно, а голубцы получились превосходные. Самое главное убрать вот эти жилки, вот эти вот прожилки такие, чтобы она была мягенькая. Сейчас покажу вам. Покажу, какие у меня получились голубцы. Вкусные. Кстати, вкусные. Это тому, кто... Тем, кто ждет, когда капуста будет такая, как в магазине. Это я в данном случае ждала, что эта капуста у меня будет такая, как в магазине. Она получилась темно-зеленая. Я ее позже сорвала. И, конечно же, покажу вам. Такие оригинальные голубцы получились. Такого цвета. Я думала, что вкусом будут на узбекскую кухню. Есть вот узбекская кухня. Азербайджанцы делают. Но вкусно. Рекомендую.